Не дай Бог, чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и русской церкви, одержали верх. Не дай Бог, чтобы между Русь, Россией и Украиной пролегла страшная черта, обогренная кровью братьев. Мы должны молиться за восстановление мира, за восстановление добрых братских отношений между нашими народами. Залогом этого братства является наша единая православная церковь, которая на Украине представлена Украинской православной церковью, возглавляемой блаженнейшим Ануфрием. Мы из-за них сегодня молились, за то, чтобы Господь им дал силу, мудрость, подобно патриарху Тихону, отражать прелоги лукавого и одновременно верой и правдой служить своему народу, в том числе и всячески содействуя миру. Пусть Господь хранит церковь нашу в единстве. Пусть Господь оградит народы, входящие в единое пространство Русской Православной Церкви от междоусобной брани. Нельзя отдать посмеяться над нами темным и враждебным внешним силам.